Спасибо. Для тех, кто только недавно подошел, мы группа «Левитан» из города Липецк. У нас тур, и мы завершаем тур в этом прекрасном городе с этой прекрасной публикой. Спасибо вам. Следующая песня из нового альбома у нас «Sad Song», поэтому она живенькая, можете стать. Thank you.
Спасибо! Для тех, кто думает, что я на подтанцовке, вы ошибаетесь. Я вообще-то еще могу петь. Да, еще фильмы снимаю. Следующая песня у нас будет из нового альбома тоже под названием «Новая эра». Готовы? Грязь ты, парни, из
снова встать и снова жить. И снова встать и снова жить. Спасибо. Вы реально вы очень классные, мы вас любим. Спасибо, Питер. Петербург, точнее, прошу прощения. Следующая песня у нас будет «Мейс». Тоже из нового материала. Вы подходите ближе, я там вижу, некоторые сзади что-то притаились, стеснялись. Вы подходите ближе, не бойтесь, мы добрые, мы из Липецка. По-другому не бывает. Ну или настолько. Итак, следующая песня «Мейс». Отражает мой стол. Кто
зеркало зря. Thank you.
Печалька вздох, слышу велай, этой вестости я I'm just lost inside. I'm feeling cheap. Lost Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо не только за поддержку, за то, что вы остались в столь позднее время в четверг с нами. Это очень ценно. Спасибо. Сейчас мы вам предлагаем помедитировать вместе с нами. Сейчас мы для вас играем Birds of the Ocean. Для тех, кто не в курсе, здесь, да, есть те люди, которые в первый раз пришли, да? Есть такие люди. Поднимите руки. Отлично. А, остальные были. Мы обычно под эту песню садимся все на пол и погружаемся в музыку, поэтому присоединяйтесь. Thank you.
Спасибо. Это, блин, мы на самом деле очень погрузились в эту атмосферу, потому что когда мы играли в других городах, обычно люди потом вставали, а вы до конца, до победного, до талого, вы лучше. Спасибо, спасибо вам, Санкт-Петербург. Сейчас мы для вас исполним песню «Красная Москва», но для этого города она будет называться «Синий Петербург». Только после вашей поддержки. Thank you.
Спасибо, спасибо, Санкт-Петербург. Ну, мы скоро конец близок, поэтому можете поближе подойти, если вам не страшно. Мы вас не тронем. Так будет лучше слышно, лучше видно, а то мне со зрением плоховато. Итак, следующая у нас атмосферная композиция «Parallel World».
Спасибо, спасибо. Я вижу, людей осталось еще меньше, но зато остались вы. И я это уже говорил, но я не устану повторять то, что мы вас любим. Я за всех говорю, за каждого, за себя. Это действительно очень ценно для нас. Спасибо. Ну, мы перейдем к финалу. Мы для вас сейчас сыграем финальную песню под названием «Море дождей». Нужно как бы зажечь в этом зале, понимаете, к чему я намекаю? Как выбраться из мертвых цепей?
я звездной пылью сквозь в море дождей. Как выбраться из этих степей? Я звездной пылью сквозь в море дождей. В море дождей. Спасибо всем, дорогие друзья! С вами была группа «Левитан» из города Липецк. Спасибо!